Пожалуйста, расскажите, как прошла сегодняшняя игра. Здравствуйте, зовут меня Сома Керри, капитан команды Брикфорд. Игра прошла с нашим преимуществом. Виден был класс, соответственно, мы сильнее были, ничего не скажешь. Но ребята старались, у них, в принципе, что-то получалось и атаковать, и бить поворотом, поэтому ребятам спасибо. Ну, им чуть не повезло им, мы были сильнее, собственно говоря, поэтому, ребятам удачи, успехов в будущих играх и побед. Какие цели ставите на турнир в целом? Кого считаете главным соперником? Я, если честно, не знаю команды, поэтому я не слежу ни за кем. Я приезжаю, играю, все удовольствие, мы приезжаем получать удовольствие, а не выиграть что-то. Получится выиграть, выиграем, нет, значит нет, не судьба, так скажем. Поэтому играем для себя, в свое удовольствие.